слышу такой свист над головой. И буквально через несколько минут взрыв. Ну, этот присел с перепугу, пока чуть не пришел чуть-чуть в себя. Следующий взрыв. Ну, не хотел идти сюда, а потом думаю, все равно мне надо было спускаться на набережную. Пришел, увидел вот такую нехорошую картину. Вот. Конечно, состояние жуткое. Волос до сих пор на голове, как посмотрю, на это дело шевелится. На той стороне через дорогу вот такие куски этих обломки от ракеты валялись.